Это крем для... Идут они у нас с окрашенными волосами. Всем привет, многоуважаемая публика. А в этом видео я хочу вам рассказать о продуктах, которые я заказала. Это не мяснов, как вы видите на пакете, это их роше. Всем привет людям, которые хотят ухаживать за собой и быть красивыми. В этом видео покажу вам мой заказ, который я заказала по их роше. Я объединила сразу два заказика, и давайте мы сейчас их и посмотрим. Первое, что я хочу вам показать, это журнал, который прилагался к заказу. Это зеленая книга красоты. Сейчас вы его посмотрите и сразу станете красивыми. Все, что я заказал, практически я беру с собой в путешествие. Первый самый необходимый элемент — это дезодорант от зеленый лимон Мексики. Он шариковый. Запах просто бомбезный. Мне он очень нравится. Просто вулкан на взрыве называется. Запах обалденный. Вот так. Это парфюмерный гель, я его с собой не беру, оставляю его дома, пускай он дожидается своего часа. Крышечка открывается вот так, и при нажатии можно пузырьки увидеть или бульканье услышать. Мне очень понравился, Вадим оценил, ему тоже понравился запах этот. Это крем для рук, какао и апельсин. Ой, он сразу у меня и вытащился. Ну и заодно и намажу. Вот так он растирается. По поводу впитывания я еще не узнавала, но растирается, ну, вот таким способом. Что он делает? Он придает коже рук нежность, теплый, чувствительный аромат, который сдает какао и апельсин. По поводу запаха соглашусь, пахнет и какао, и апельсином. Но большая часть, скорее всего, смахивает на все-таки на частичку все-таки какао больше. Апельсин как бы бьет своим тылом, но больше бьет шоколад, то есть какао. Так, следующее, что я заказала, это два тюбика шампуня для стойкого цвета и блеска. Они идут у нас без силикона, без парабенов и без красителей. Предназначен для окрашенных волос. И все это с боярышником. Почему два? Да потому что у нас с Вероникой длинные волосы, а одного тюбика всегда мало. Взяла на пробу, это крем для мытья волос. Открывается легко и просто нажимаете, и все это вытаскивается. Взяла такую лимитированную коллекцию. Это гель для душа, идет у нас с яблоком и анисом. Возьму, скорее всего, это я в путешествие. Очень маленькая, миниатюрная. Это маска для лица, 5-минутка. 5 минут, и вы красивы. Это подарок, который положили мне. Это у нас что? Дозатор. Да, дозатор. Без Википедии точно не разобралась. А что пишут на этикетке, что это такое? В общем, нажмете на кнопочку, и жидкость, которая вам нужна, все это выльется на вас. Взяла вот такой гель для душа. Это просто бомбезно. Вот, честно, вот не знаю, сексуальный очень запах. Мне он очень понравился. Я просто от него просто кайфовала. Вот такой замечательный здесь есть запах. Предлагается кисточка и плюс такой рисунок. И вот такой сводч. При первом заказе мне дали в подарок вот такие солнцезащитные очки. И вот здесь такой ободочек. Вот, не знаю, возьму ли я с собой в путешествие, я еще не знаю. Я еще подумаю. Взяла молочко для загара, здесь защита 30%, она идет у нас 3 в 1. Это пробники, которые я выбрала. Возьму с собой, скорее всего. Буду пробовать там уже, на месте, и уже решать, понравилось мне или не понравилось. Что сейчас буду я это вскрывать и нюхать? Лучше на месте разберусь. Так, и, скорее всего, вы, наверное, уже заметили, что у меня окрашен один только ноготь. И я покрасила вот этим лаком для пробы. Это у нас идет Cooler Nature. Лак для ногтей, 61 номер, голубая лазурь. Здесь вот такая кисточка.
Могу вам честно сказать, что хватит в основном даже и одного раза намазать. Второй раз уже и не нужно мазать. Так, следующий лак, который называется эбеновое дерево, номер 82. Здесь вот такая кисточка, тоже такая же, как и предыдущая. Села, конечно, ноготь а-ля авось, лишь бы только показать, честно вам признаюсь. Но цвет, конечно, немножко необычный. Он такой напоминает то ли черный, то ли темный шоколад. Но цвет, по крайней мере, мне нравится. Но на лето ли он или нет, не знаю. Но, в принципе, если под какой-то наряд классический, то он подойдет. Дальше я покажу вам верхнее покрытие с глянцевым эффектом. Кисточка одна, в принципе, однообразная, как и предыдущие. Еще раз я повторюсь, что не особо аккуратно я накрасила этот лак темного цвета. Особо не старалась, хотела просто показать, какого цвета лак, поэтому... Не обижайтесь, что я так некрасиво накрасила. Конечно, все нужно подкорректировать, все это обработать, но главное, вы увидели, какой цвет. Заказывала второй заказ, там предлагался подарок, вот такой набор для маникюра. Маленький, миниатюрный такой, можно брать даже в путешествие. Не предлагалась батарейка, батарейку нужно самим вставлять. И вот такой наборчик для обработки ногтей. В коробочке лежала инструкция, где описывается каждый прибор, для чего он нужен, и также написано, как вставлять батарейку. Я показала вам все продукты, которые я заказала в интернете-магазине Ifrashe. Доставили мне через услугу одну Pickpoint, называется она, очень удобная. Плюс здесь подарки предлагались от Ifrashe, я уже показывала вам. Все, всем спасибо за просмотр, спасибо вам всем за комментарии, и будьте вы всегда красивыми, счастливыми, ухоженными. И главное, пейте много шоколадного напитка.